На ковре Б победил Ахмед Кайтуков, Россия. The winner on mat B is Ahmed Kaytukov from Russia. И на ковер Б приглашаются борцы веса 77 килограмм, 1/8 финала. Якуб Биелеш, Чехия. Рафаэл Юнусов, Россия. Mat B for one finals in weight category under 77 kilos. Are invited Jakub Biles from Czech Republic and Rafael Yunusov from Russia. На ковре А победил Павел Лях, Беларусь. Матей, the winner is Павел Лях from Belarus. И на ковер А приглашаются борцы веса 77 килограмм, 1/8 финала. Саджан, Индия, Ибрагим Магомадов, Казахстан. Матей. For one finals in 77 kilos are invited Sajjan Sajjan from India and Ibrahim Magomadov from Kazakhstan. На ковре Б победу одержал Рафаэл Юнусов, Россия. The winner of mat B is Rafael Yunusov from Russia. И на ковер Б приглашаются борцы веса 77 килограмм, 1/8 финала. Шохат Ябинку, Япония. Нико Эркала, Финляндия. Mat B, 1/8 finals, weight category under 77 kilos. The next pair, Шохат Ябинку from Japan and Нико Эркала from Finland. Давай, давай.
Внимание участников и зрителей! Сегодня вечерняя программа будет начинаться в 16 часов полуфинальными поединками борцов весовых категорий 60, 67, 77, 87 и 130 килограмм. И затем состоятся финалы за первые и третьи места весовых категорий 55, 63, 72, 82 и 97 килограмм. Повторяю, начало вечерней части в 16 часов. Ladies and gentlemen, the start of the evening part of the competition is at 4 o'clock. Semi-finals will start in the following weight categories. Under 60, under 67, 77, 87 and 130 kilos. Following the semi-finals, contests will be held finals for first and third places in the following weight categories. Under 55, 63, 72, 82 and 97 kilos. На ковре С победу одержал Ясав Зейналов, Украина. The winner on mat C is Ясав Зейналов from Ukraine.